Зима – самое сказочное время года. Молодежный совет при Белгородском горсовете и городское управление культуры придумали и организовали фотоконкурс «Эстетика зимы». Площадкой для проведения и подведения итогов стала Белгородская галерея фотоискусства имени Собровина. Такие мероприятия дают возможность прикоснуться к красоте, потому что фотография – это слепок нашей жизни. И бывает такой слепок, который ловит автор, он очень необычный, дает взгляд на природу вещей. Вот если посмотреть на сегодняшние конкурсаторы, на сегодняшние работы, то некоторые вроде как простые, но смотришь на них особым взглядом. Молодежный совет при Белгородском горсовете был образован в сентябре 2021 года. Эта структура объединяет активную и креативную молодежь, ту, которая хочет участвовать в общественной жизни и готова брать на себя ответственность, предлагать и решать задачи, стоящие перед городским сообществом. Фотоконкурс стал первым опытом взаимодействия молодежного совета с администрацией. Фотоконкурс «Эстетика зимы» – это первое крупное мероприятие молодежного совета при Белгородском городском совете. И мы уверены и надеемся на то, что этот конкурс станет в городе Белгороде доброй традицией. Конечно, мы на этом не собираемся останавливать. Это был только старт. Надеемся, что мощный. О нас будут узнавать все чаще и чаще, больше людей. И будут впоследствии принимать участие не только в конкурсах, но и в обычных мероприятиях. В работах конкурсантов можно найти отражение всех особенностей знаменитой русской зимы. Алине Брачиной в создании уникального кадра помогли ее дочки. Это лежа была съемка практически. Снег в тот момент не шел. Его создала моя дочь средняя. Она подкинула снег, и получилось вот такое видение. По-моему, интересно. Прогулка по хрустящему белому снегу, занесенные деревья, от которых невозможно отвести взгляд. Все это помогало творить и создавать незабываемые работы. Полина Мешкова, самая юная среди 80 участников конкурса, получила за свою фотографию специальный приз. Вышла гулять и решила сфотографировать вот это. И это, потом я посмотрела на, ну, как смотрится, и сказала, ну, спросила у мамы: «Мам, нормальная фотка, можно на конкурс отправить?» Она сказала: «Нормальная фотка, можно отправить». Фотографии зимних красот навевают детские воспоминания, когда снеговые сугробы стояли выше тебя ростом, когда снег искрился красиво на солнышке и скрипел под ногами, а мы бежали с санками на горку. За эстетическим наслаждением в галерее фотоискусства имени Собровина. Сергей Елисеев, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.